В городе Барыш на базе школы номер 2 открылся научный центр «Точка роста». Оснащенные современным оборудованием, с качественным ремонтом и уютным интерьером, кабинеты физики, химии и биологии заметно преобразились этой осенью. Теперь они укомплектованы как физической, химико-биологической и технологической лаборатории. Ремонт начали в июне, а в сентябре классы открыли для школьников. Также в настоящий момент мы уже получили практически все оборудование по данным проектам, и педагоги знакомятся с этим оборудованием и внедряют в учебную деятельность. В модернизированном классе биологии школьники изучают препараты под микроскопами, а в физической лаборатории уже проводятся опыты с электричеством. Под контролем учителя пятиклассники занимаются прикладной физикой. По программе предмет появляется в расписании только в 7 классе, но факультативный вариант для пятиклассников позволяет раньше привить интерес к науке о законах природы. Лаборатория очень понравилась пятикласснику Артуру Парулину. Я очень удивлен, мне нравится, тут много разного оборудования. Скорее всего, это поможет учиться. Тут весело, настоящие эксперименты. Напомним, что эти центры создаются по нацпроекту «Образование». В этом году в Ульяновске открыли 61 точку роста. Барышская научная лаборатория стала последней в программе модернизации. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.